Добрый день, видеообзор на системный блок GTX 1650, системные компоненты его. Так, думаю, все видно. Так, все видно, в принципе. Так, внешнее состояние. В принципе, отлично. Все разъемчики работают. Не шумит, не гудит. Все отлично. Внутри чистенько, без пыли, без всего. На передней панели небольшие царапины. Эксплуатации, собственно, дисковода нету. Можно повернуть, посмотреть. Так вот, он выглядит. Вот. Работает шустренько, без зависаний, без каких-либо. Видео все грузит.